Для подключения PlayStation 3 к монитору достаточно всего лишь двух элементарных и дешевых компонентов. Два переходника. Один видео, другой аудио. Начнем с первого. Это переходник HDMI в DVI. Подключается весьма просто. Подключаем кабель, идущий от PlayStation 3, и вставляем его в монитор. Далее вам надо сделать сброс настроек экрана. Делается это очень просто, долгим зажатием кнопки выключения надо дождаться до того, как приставка пикнет дважды. После всех этих манипуляций картинка успешно выводится на ваш монитор. Последнее, что нам осталось, это настроить звук, поскольку HDMI кабель передает звук, но, как известно, на мониторе колонок нет. Поэтому мы подключаем идущий в комплекте тюльпан к аудиопереходнику AV-Jack. Подключаем белый и красный тюльпанчики, потому что желтый отвечает за видео. И вставляем их в колонки. После этого нам надо зайти в настройки звука, потому что по умолчанию звук выводится через HDMI кабель. И выбираем разъем аудиовода AV-Multi. Все. Поскольку у меня это было уже установлено по умолчанию, никаких изменений вы у меня не видели. На этом все. Инструкция очень доходчивая и понятна. Удачи!